Эта история произошла в одном небольшом городе, где стояло одно старинное-старинное здание, и у этого старинного-старинного здания было много историй и легенд. Прошло 50 лет с этого момента, и она решилась рассказать. Никаких документов, да, архивных или иных документов, которые подтверждают или, наоборот, опровергают эту легенду, их на сегодняшний день не существует. Это, наверное, один из самых интересных и таинственных для оренбуржцев, для краеведов период. Вот есть архив, есть документ. Вот это для меня основа. А легенды сказки – это не мой конек. Любите свой город и помните, любая история может быть интереснее, чем кажется.